Всем привет, с вами Дмитрий. Продолжаем рубрику «Покупки в магазине «Светофор». И сегодня я для вас сделаю обзор картины по номерам и фонарика. Заехал я сегодня в магазин «Светофор» и увидел, что там появились вот такие картины по номерам. Если честно, я очень долго ждал, когда они там появятся. И вот буквально сегодня они там, на мое счастье, лежали. Также я прихватил вот такой аккумуляторный светодиодный фонарь. Сын у меня попросил, пришлось ему не отказывать, и приобрел такой фонарик. Картины я купил две штуки, вот с таким пейзажем и с таким пейзажем. Картины стоят 250 рублей за штуку, фонарик стоит 87 рублей. Давайте начнем с аккумуляторного светодиодного фонаря. Дальность действия до 100 метров, сверхяркий 100 люмен, встроенный аккумулятор, то есть фонарь можно заряжать. Время заряда 5 часов, время работы до 6 часов и прямая зарядка от розетки. Данный фонарь, конечно же, я потестирую попозже немножко и вам расскажу поподробнее, как держит заряд и сколько заряжается. Фонарик мне, скажу, что очень понравился. Он очень хорошо сделан. У него два режима света. Здесь таким образом выдвигается вилка, чтобы его заряжать от розетки 220 вольт. Вот так вот все аккуратно убирается. Он достаточно легкий и удобно лежит в руке. Попозже я потестирую и расскажу поподробнее, насколько его хватает реально. Также мы посветим им ночью и посмотрим, как это дело все работает. Переходим к картинам. Картина размером 40 на 50 сантиметров. Комплектация набора. Холст на деревянном подрамнике одна штука. Акриловые краски в наборе и набор кистей. Насколько мне известно, акриловые краски, они не стираются водой. А это очень хорошо. Первое. Всегда закрывайте баночки с красками после рисования, иначе краски могут высохнуть. Второе. Если сделали ошибку при раскрашивании, не беда. Дождитесь, пока краска высохнет, и нанесите слой нужного цвета сверху. Третье. Промойте кисточки, если не пользуетесь ими. Четвертое. Из-за несовершенства печати возможно несоответствие цветов на исходной картинке и на холсте. Вот это вот, конечно, неожиданно. Надеюсь, что у меня будет все соответствовать и все будет классно и замечательно. Так, переходим к следующему. Что представляет собой картина по номерам и как пользоваться? Внутри вы найдете холст на раме, предварительно расчерченный линиями на множество областей. Каждая область обозначена цифрой. Цифрами соответствуют цвета, которыми следует закрашивать полотно. Заполнив все области правильно, вы получите готовую картину. Набор линий превратится в произведение искусства, которое можно добавить в свою коллекцию живописи. Итак, видим пошаговая инструкция. Первое. Вскройте упаковку, проверьте комплектацию набора. Второе. Заполняйте пронумерованные области краской с номером соответствующего цвета. Третье. Заполните сначала все области одного цвета, двигаясь от больших областей к маленьким. Всегда начинайте с больших областей и переходите к маленьким. Старайтесь контролировать кисть, чтобы аккуратно заполнить области и не выходить за края. После того, как все области картины по номерам будут закрашены, ваша картина готова. Особые приемы рисования. Если вы хотите смягчить переход между двумя цветами, нужно высушить кисть, обмакнуть ее в краску и аккуратно размазать границу между соседними цветами. Следующее. Если вы хотите, чтобы граница между разными цветами была рваной, рисуйте быстро, едва касаясь кистью холста. Следующее. Чтобы сделать цвета прозрачными, разбавьте краску и легко нанесите ее на холст. После того, как основная работа закончена, можно добавить мелкие детали. Доверьтесь своему воображению и творите. Изготовитель Китай. И давайте распакуем и посмотрим, что внутри. Так, внутри нас ожидает вот такой набор красок и две кисточки, как было написано. Они все пронумерованы. И картина. Картина выполнена на деревянной рамке. И вот так вот это все выглядит. Да, и кстати, что еще хотел вам сказать. В магазине «Светофор», помимо таких картинок, которые взял я, были еще несколько вариантов. Я для вас эти вариантики сфотографировал. Сейчас выставлю вам их посмотреть.
Итак, пойду раскрашивать. Я начну вот эту красивую и замечательную картину. Это вот сюда одевается, чтобы не испортить кисточку. Ну и давайте, наверное, начнем с пятерки или с 17-й. Блин, с какой начать? С 17-й или с 5-й? Итак, начал я раскрашивать с 17-го номера. Краска здесь густая. Работа кропотливая. Никакую композицию здесь придумывать не надо. Достаточно просто раскрашивать и проявлять внимательность. На мой взгляд, эта картина очень офигенная. Мне очень нравится. Чувствую себя художником. Сейчас я пользуюсь широкой кисточкой. Конечно же, в таких местах, в узких, нужно брать будет кисточку тоненькую, чтобы раскрасить. Похожая картина по номерам продается в магазине Fix Price. По-моему, она стоит там 199 рублей, если мне память не изменяет. Я ее тоже хотел купить, но там размер картины примерно вот такой, видите, да? И она выполнена не на деревянном каркасе, а просто на обычной картонке. Мне такой вариант, как в Fix Price, не очень нравится. Я все хотел именно вот такой, чтобы картина была на деревянной рамке. И сегодня моя мечта сбылась, и я ее дождался. Удачно я сегодня съездил в магазин «Светофор». Художник из меня, конечно, вот такой. Видите сам, сами какой. Вот я еще немножко раскрасил. Это был 8-й номер. Но это очень интересно. Получаешь огромное удовольствие. Вот так вот фонарик находится на зарядке. Розетка не каждая подойдет для зарядки, только плоская, как здесь. Вот так вот этот фонарик светит. Скажу, что не очень ярко, но для одного светодиода светит нормально. Свет немножко отдает в синеву, и вот так вот он, в общем, светит. Светит довольно хорошо за такую цену. Пучок света сходится в одну точку. Довольно качественно, довольно хорошо. Итак, давайте подведем итоги этого выпуска. Скажу вам, что картина очень офигенная, и она подойдет как детям, так и взрослым, чтобы использовать в удовольствие свободное время. Моему старшему ребенку раскрашивать эту картину очень понравилось. Теперь он увлечен. Вот, что хочу сказать по картине. Краски у картины водой не сотрутся, можно не переживать. После того, как мы эту картину и ту картину раскрасим, мы ее повесим на стену. Что хочу сказать по фонарику. Я его потестировал, заряжал 5 часов, как сказано в инструкции, после чего я его включил, и он у меня прогорел с 13:00 до 16:00 ярко. Это получается 3 часа светил он ярко, а после 3 часов он стал светить вот так вот тускло. Тестировал я его при температуре плюс 25 градусов. То есть на морозе он может светить еще меньше. Кому этот ролик понравился, поддержите его лайком. Также подписывайтесь на канал. Всем до встречи. Увидимся в следующих роликах. Пока.